мы с вами на творческом вечере Александра Юрьевича Мамина. А вечер творческий посвящен в первую очередь его 60-летию. Все стихи, песни, рассказы принадлежат перу этого талантливого человека. И эти рассказы, песни, стихи сегодня предоставят вам его друзья. Это литературно-музыкальный клуб «Амур». Это клуб, как правильно, Александр Юрьевич, «Этюд», как назвать? Образцово-театральная студия, «Этюд» и другие. Александр Юрьевич представит. Александр, расскажите, как вы умудрились сейчас родиться в крещении? Сейчас вот обидится. Я как умудрился? Вы представите. Ну как, не виноват я. Оно само пришло. Видите как, совпадений в жизни много. Вот у меня, допустим, у друзей есть, ну, у кого родители, брат там, тоже рождены в этот же день, допустим. Ну и вот, кто меня давно знает, жил я в переулке Елочном, 15. Сейчас это адрес нашего храма. То есть, и как вам? Ваши 60? В наши 60? Ваши. Ну, тут есть у меня что-то написанное из этого же. Пожалуйста. Друзья мои, прошу у вас прощения. Это подстава, дата моего рождения. По документам, ого-го, на самом деле, хоть скрипы при ходьбе бывают в теле, мне только 20. Я молод и красив, излишне скромен, но зато красноречив. И пусть причесочка местами посидела, в душе бушуют страсти. Отдыхай, Отелло. Ого! А как вы докатились до первой книжки? Это давно ожидаемый ребенок. То есть все это написано на самом деле давно. Появилась такая возможность напечатать. Микрофон. И Сашка и Вовка, это опять же, кто меня знает. Не расстраиваться. Вовки нет уже в живых, его братика. Он его любит, помнит. И когда он писал эти рассказы, ну, конечно же, это в памяти мальчишка. Держимся, Александр Юрьевич, поаплодируйте, пожалуйста. Три годика и всегда болтался под ногами. Слушай. Ну, получалось так, что учились мы в одной школе. Вот. Саня, держись. Как говорит наш друг Виталий Жуков. Говорит, не ты должен плакать, а они должны плакать. Ты артист. Ну, у нас, да. Так и получается. Вначале я писал рассказы именно то, что произошло в жизни. Но затем понял, что читателям в том числе будет интересно какие-то другие, не только с нами произошедшие события, и то, что вот подходило в эту книжку. То есть я туда добавлял еще не только. В общем, часть вымышленная, и ну, основная масса это именно о нас.
Пожалуйста. Кстати, даже Вовкин преподаватель у меня здесь есть. Встаньте, пожалуйста, Вовкин преподаватель. Очень приятно. Алмаз Александр Николаевич. Ну, я, конечно, признателен людям, без которых эта книга свет не вышла бы. Это, конечно, в первую очередь Галина Леонидовна Одинцова. Она была редактором. Ну и плюс Галина Леонидовна, ну, наверное, самый плодовитый у нас писатель в Амурской области. Это раз. Один из самых. Да не один, наверное. За последний год это точно никто столько не написал. Вот. Затем, сколько звездочек она открыла в нашей Амурской области. И в том числе меня она постоянно и здесь была подталкивает. Она руководит нашей зеленой лампой, в рамках которого, кстати, проходит эта встреча. Вот и большая благодарность. Низкий поклон, здоровья, ей активности и от нее поздравления. Уважаемые гости творческого юбилейного вечера, уважаемый Александр Юрьевич Мамин, я с удовольствием поздравляю вас с вашим юбилейным днем рождения, с удовольствием поздравляю вас с выходом вашей первой книги для детей. Надеюсь, она не последняя, и вы станете настоящим детским писателем, а все знают, что детским писателем быть очень сложно. Нужно обладать такими чертами характера, и нужно видеть мир глазами ребят. Желаю вам всех творческих, удачных успехов. Желаю вам творческих сил. Желаю вам долголетия и финансового благополучия всем вашим близким, друзьям, которые вам помогли организовать этот вечер, которые вам помогли издать книгу. Крепкого здоровья и отличного настроения. Я вас всех люблю, обнимаю вас крепко. Я ваша Ребка Одинцова Галина. Представляю вам книгу «Веселые истории» про Сашку и Вовку. Автор Александр Панин. В книгу вошло 12 рассказов. Вовка младше Сашки почти на 4 года, но ни в чем не желает отставать от брата. Сашка на речку, и Вовка за ним. Сашка что-то мастерит, и Вовка тут как тут. С братьями происходят разные истории. Грустные и смешные, страшные и фантастические. Но братья не унывают, продолжают мечтать и фантазировать. В книге много ярких иллюстраций, которые созданы нейросетью. И книга «Веселые истории про Сашу и Вовку» предназначена для внеклассного и семейного чтения. Мне очень нравилось редактировать эту книгу. С уважением, литературный редактор Галина Одинцова.
Еще я хочу поделиться маленьким секретом вечной молодости. Писать детские рассказы, просто так не напишешь. Поэтому я, когда пишу, я вживаюсь. Я вживаюсь в образ героев, и Сашки, и Вовки, и других героев. И получается так, что я в это время сам озорник, где-то 5-6 мне лет. Поэтому вот он. Рецепт вечной молодости. И сейчас в исполнении Галины Тюрневой прозвучит первый рассказ «Радуга». Рассказ «Радуга». Сашка Васильков хорошо учился в школе. Писал стихи, любил петь песни. У него было много друзей. И дома его всегда ждал пес Жулька. Иногда Сашка называл Жульку Жульеном. Так просто, для экзотики. И обоим это нравилось. Сашка много читал и верил в чудеса. Друзья посмеивались над ним, говорили, что чудес не бывает. Все это выдумки. А вот Жульен поддерживал Сашку. Он хоть и не умел говорить, но все понимал. И кивал утвердительно на все Сашкины фантазии и доводы. Сашка жил в городе Благовещенске. А на правом берегу Амура, в китайском городе Хэйхэ, жила девочка по имени Сяо Хун, что означает «утренняя радуга». Она училась в школе, помогала дома по хозяйству, любила петь и танцевать. У Сяо Хун жила черепаха Лио. Сяо Хун тоже верила в чудеса и часто делилась своими секретами с черепахой. Все дети на планете похожи друг на друга. Вот только Сашка был светловолосым, вдобавок его волосы совсем выгорели на солнце. А у Сяо Хун волосы даже на солнце были черными и блестящими. Однажды пошел дождь. Ручьи резво бежали по улицам. Сашка и Жулька любили гулять в такую погоду, весело шагать по теплым лужам, напевать песенки собственного сочинения. Жулька всегда радостно лаял и вертелся под ногами. Вскоре дождь закончился. Сашка и Жулька не заметили, как оказались на набережной Амура. Тучки рассеялись, в небе появился желтый, как подсолнух, диск солнца. И вдруг, о, чудо! Перед ними выросло, будто огромный мост из Благовещенска в Хэйхэ, радуга. Сашка считал, что чем ниже солнце, тем выше на противоположной стороне неба радуга. Радуга туга, цветное коромысло, в небе повисло, восторженно напевал Сашка. А Жулька поддерживал друга радостным лаем. Жульен, я в какой-то сказке читал, что можно ходить в радуге. Жулька удивленно смотрел на Сашку, как будто спрашивал: а что это ты задумал, друг? «Ты со мной, Жульен?» Сашка ступил на край радуги и сделал несколько шагов вверх. Жульена не надо было звать дважды. Он в два прыжка догнал хозяина. Радуга была влажная на ощупь, прохладная, светилась под голыми стопами Сашки. А Жулька и вовсе окрасился в радужные цвета. Друзья поднимались выше и выше. Люди становились меньше и меньше, а горизонт отодвигался все дальше и дальше. Пушистые облака плыли рядом, и мальчик иногда гладил их, а Жулька пытался лизнуть. Лента реки Амур становилась все уже
и в лужи. Друзья дошли почти до середины радуги. И тут увидели девочку. Она шла им навстречу. Девочка была в красном платье, ее волосы трепал ветер, а в руках была черепаха. «Привет!» – воскликнул Сашка. «Нихао!» – ответила девочка. «Ты тоже веришь в чудеса?» «Очень!» – ответила девочка. И случилось еще одно чудо. Сашка не знал китайского языка, а Сяохун не знала русского языка. Но дети понимали друг друга. «Я Сашка», — сказал он и протянул девочке руку. «А я Сяохун», — ответила девочка. «Наши имена похожи?» — в один голос воскликнули дети. «Здорово! А как зовут собачку?» — спросила Сяохун. «Жульен». «А как зовут твою черепаху?» – спросил Сашка. «Лио». «Красивая у тебя черепаха!» – похвалил он и погладил черепашку. В Китае черепаха – древнейший символ мира и космического порядка. Верхняя часть панциря черепахи представляет небесный свод, мужское начало – ян, а нижняя – квадратная – земля. Представляет землю, плывущую по водам мирового океана. Женское начало – инь. Лео почувствовал, что говорят о ней, и высунула голову из-под панциря. «Как много ты знаешь! У тебя красивое имя – Сяохун», – сказал Сашка. «Мое имя означает утренняя радуга, а в Китае радуга – это небесный дракон». «Как интересно! Расскажи еще что-нибудь», – попросил Сашка. «Он объединяет небо и землю», – сказала Сяохун. «А я этого не знал, зато я читал, что как будто радуга показывает, где находятся сокровища. А это там, где радуга касается земли», – с умным видом сказал Сашка. «Это значит, что мы нашли богатство», – похвалила Сашка Сяохун. «Но ведь дружба дороже богатства, правда? Предлагаю называть радугу мостом дружбы». «Конечно, мост дружбы», – согласился Сашка. «Саша, а ты любишь стихи?» «Очень», – обрадовался Сашка. «Тогда слушай. Повстречались мы с тобою между небом и землею. Там по радуге гуляли над промокшей рекой, землей, рекой. Зябли люди, грустили, и не ведали они, что по радуге гуляем без родителей одни». «Как же красиво!» – похвалил Сашка. «А я сочинил песню, но боюсь, что радуга может уйти. А она же не вечна, и я не успею ее спеть». «Так скорее пой, Сашка!» И Сашка запел. Друга, помогает два города, два друга, а мутника. Качали головами под веселый мотив. Песня кончилась,
и радуга начала незаметно таять. Сашка оказался на своем берегу, вся ухун приземлилась, хе-хе. В ушах ребят долго звучала музыка, а в душе жила тоска. Почему же они не обменялись номерами телефонов, чтобы дружить дальше? Теперь Сашка и Сяохун после каждого дождя будут искать на небе радугу, чтобы встретиться снова. «Мам, а сны сбываются?» Сашка смотрел в окно. За окном ярко светило солнце. Оно рано утром зашло в городе Благовещенске, зайдет за горизонт вечером в городе Хэ-Хэ. Там живет его подруга из волшебного сна. У нее прекрасное имя – Сяохун, что означает… Молодцы, хорошо слушали. Утренняя радуга. Спасибо, Галина Анатольевна. Ольга Филиппова, преподаватель Драгау. Она сейчас по полочкам разложит все минусы. Нет. И плюсы. Нет, только плюсы. Только плюсы. Хорошо. Вроде нормально, да, слышно? Книгу Александра Юрьевича Мамина вошло 12 рассказов. Эти рассказы небольшие, предназначены для школьников младшего школьного возраста. Как ясно из названия сборника, веселые истории про Сашку и Вовку произведения объединены в цикл. Все тексты, кроме первого, который мы как раз сейчас послушали, повествуют о случаях, которые вполне могли произойти в реальной жизни. Вероятнее всего, происходили с самим автором, когда он был ребенком. Лишь рассказ «Радуга» содержит элементы фантастики. Русский мальчик Сашка и китайская девочка Сяохун гуляют по радуге и понимают язык друг друга. Однако и этому автор дает логическое объяснение. Все это было лишь волшебным сном Сашки Василькова. Почему же мальчику снятся такие сны? Все просто. Мальчик этот не совсем обычный. Автор говорит о нем. Сашка много читал и верил в чудеса. Друзья посмеивались над ним и говорили, что чудес не бывает. Все это выдумки. А как известно, чудеса случаются лишь с тем, кто в них верит, кто добр и чист сердцем. Этот рассказ как бы продолжает предисловие от редактора, рассказывающее о нашем родном городе. Александр Юрьевич же и в прозе, и в стихах обыгрывает одну из главных особенностей Благовещенска – его приграничное расположение. Кроме того, в рассказе много интересных и милых для детей деталей. Все дети любят животных, поэтому им будет интересно читать про черепашку Ливу, принадлежащую девочке, и собаку Жульена, четвероногого друга мальчика. А еще из рассказа дети узнают китайскую и европейскую легенду о радуге. Кстати, в рассказе «Радуга» нет Вовки. Изначально текст не входил в этот цикл, а его героем был мальчик Ваня. В большинстве же произведений книги читатель видит неразлучных братьев Васильковых, у которых дома живет кошка Мурка, а не пес Жульен. Братья вместе ходят на рыбалку, вместе играют, вместе жарят блины и даже вместе выступают на сцене. Их жизнь наполнена приключениями и весельем. Рассказ «Нашествие инопланетян» – один из самых смешных в книге. Особенно комичное описание инопланетян. Однажды на далекой планете космонавты, чтобы быть незамеченными, решили сами принять облик инопланетян. У братьев имелось много маскировочных костюмов, а они хранились в большом шифонере с одеждой и бельем. Инопланетянку Мурку одели в ползунки на завязках. Вовка носил их, когда был малышом. На голову надели чепчик, придав внешнему виду неземную красоту,
маминой губной помадой нарисовали красные губы. В ползунках, чепчике и с нарисованными губами кошка была великолепна. Сашку с Вовкой тоже нельзя было узнать. Они надели мамины туфли на высоких каблуках, на плечах, как на вешалках, болтались, свисая до пола, папины пиджаки. На головах защитные шлемы-кастрюли, а в руках у мальчишек было опасное оружие – поварёшки. Им казалось, что именно так на чужой планете выглядят местные жители. При этом братья стучали друг друга по шлемам так, что стоял оглушительный звон. Амурка напрасно пыталась спрятаться от страшных пришельцев под столом. Братья были начеку. Тем более дверь в комнату, где проходила игра, они закрывали. С грохотом, криками и мяуканьем полет космонавтов был в самом разгаре. И тут домой вернулась мама, реакцию которой легко угадать. Все мы помним стихотворение Успенского «Разгром». Еще один разгром мальчишки устраивают, когда готовят блины. Рассказ, как Сашка и Вовка блины жарили. Интересно, что все шалости мальчишек имеют добрые мотивы. И родители, конечно, это понимают. Поэтому не наказывают сыновей, а хвалят их полусъедобную стряпню, а потом объясняют, как нужно было делать правильно. Поддержка и взаимопонимание в семье особенно хорошо видны в рассказе «Синичка», когда папа вместе с Сашкой и Вовкой спасают раненую птицу от соседского кота. И в рассказе посылка дружбы изображена очень сплоченная семья. Все вместе радуются тому, что Сашке пришла посылка из Киргизии. Все вместе собирают ответную посылку. Быстро собрали посылку. Мама купила открытки с видом Благовещенска. Сашка написал ответное письмо, в котором поблагодарил Замирбека за фрукты. А Вовка нарисовал рисунок. На почту Сашка пошел с Вовкой, который чуть-чуть завидовал, что посылка пришла Сашке, а не ему. Папа нес большую коробку и слушал, о чем разговаривают сыновья. В эту минуту он ими гордился. Лишь однажды Сашку выпороли папиным ремнем за манипуляции со своим пиджаком и папиными брюками, из которых он сделал сам Вовку и пояс. Рассказ, как Сашка был самбистом. Конечно, трудно назвать его поступок обдуманным, но все же стоит признать, что Сашка очень находчив и даже талантлив. Не каждый мальчишка сможет перешить вещи. Несмотря на то, что Сашке досталось от родителей, рассказ заканчивается позитивно. Вечером 31 августа Сашка вышел на балкон. Солнце садилось за горизонт. Было немного грустно от того, что каникулы закончились. Но на душе было хорошо, потому что завтра он встретится с одноклассниками. Одноклассникам в школе посвящены два рассказа: «Джаз-бенд «Инопланетяне» и «Счет 1-1». В первом произведении много слов, которые уже не употребляются младшим поколением. Это и речевые штампы. Коллективы должны представить номер художественной самодеятельности и устаревший сленг. Это улетно, это драйв. Увидишь, от этого все балдеть будут. Вероятно, автор вспоминает случай из своего детства, поэтому употребляет такие слова и обороты, хотя цикл отнесен к нынешнему времени. Например, девочка Галя из рассказа «Барашковые облака» делает фото на телефон. Парадокс в том, что такая временная нестыковка не портит рассказы, а делает их как бы вневременными. Они не о детстве конкретного мальчика или мальчиков, а о детстве вообще, о том, каким должно быть это детство – веселым, озорным, подвижным, добрым. И рассказ «Джаз-бенд «Инопланетяне» о доброте, о дружбе и о творчестве. Как мы помним из «Радуги», Сашка – творческая личность, любит стихи и музыку.
Здесь хорошо показаны муки творчества, взаимопомощь ребят, теплые отношения с учителем. Если в джаз-бенде показана сплоченность ребят, то в рассказе «Счет 1-1» изображено соперничество, которое может иметь самые неожиданные последствия. Судя по книге, Александр Юрьевич очень любит рыбалку и купание в реке. Этому посвящены целых 3 рассказа. «Волшебные камешки», «Сашка Рыбачок» и «Как Сашка стал чемпионом мира». Стоит заметить, что рыбалка – достаточно частая тема детской литературы. Даже среди амурских писателей к ней обращались Машук, Лецев, Курака, Березкина. Чаще всего воспоминания о рыбалке – это именно воспоминания, идиллический эпизод детства. У Мамина же рыбалка описывается в реальном времени. Нет этого ностальгического взгляда взрослого человека на свое прошлое. Да и маминская рыбалка более остросюжетная, если можно так выразиться. Сашке несколько раз приходится спасать Вовку, который еще не умеет плавать. Веселые истории про Сашку и Вовку – это небольшие истории про живых, совсем не идеальных детей. Они могут прогуливать школу, устраивать дома разгром, ссориться и обижаться друг на друга. Но они всегда придут друг другу на помощь, увидят прекрасное вокруг, проявят чудеса изобретательности. А если и нашкодят, то сделают это из самых добрых побуждений. Таким и должны быть дети, таким и должно быть детство. Любое, каждое. Спасибо. Сейчас вот Ольга почти рассказала, но сейчас посмотрим маленькую такую сценку. Экранизация рассказа именно инопланетяне, но в исполнении образцовой театральной студии идет руководитель Екатерина Набока. Большое спасибо, но это по мотивам. Потому что здесь у них появилась вторая мама. Почему-то. Мама, почему вторая? Так говорят, это... Сашка, девочка лишняя была. Иди смотреть телевизор. А когда родители были на работе, братья придумывали разные игры. Мальчишки играли в космос. Они представляли себя космонавтами, которые были звездные войны, покоряли другие планеты. Thank you.
Мурку они наряжали в неведомое животное или инопланетяне. Еще у нас служила подушка в звездолёте, которую по очереди они подкладывали под голову, слушали ее мурлыканье. Оно означало, что связь с планетой Земля установлена. Однажды на далекой планете космонавты, чтобы быть незамеченными, решили сами принять облик инопланетян. Зима, крещение, лед. Вы все любите уверенно смотреть фигурное катание. И вы знаете, что 6-0 – это высший балл. Вот жизнь вам преподала вот высший балл.
Здесь все, можно подводить итоги, строить планы на будущее. Поздравляю вас с этим замечательным праздником. Уже Галина Леонидовна желала вам творческих успехов, финансового благополучия, ваших, так сказать, напечатаний книг. Ну, у меня маленький такой презентик. Говорят, шоколад – это гормон счастья. Здесь он с карамелью, а глюкоза нужна мозгу, чтобы лучше работалось. Да. Маленький презентик. Рассказ Александра. Счет 1-1. В новой школе, где учились Сашка и Вовка, спортзал был большой, не меньше стадиона. В нем могли заниматься сразу два класса. Класс старшеклассников и класс начальной школы. В этот день на урок физкультуры пришли ученики Сашкиного 6 класса и Вовкиного 2. Учителя физкультуры развели свои классы в разные стороны спортзала и начали урок. Переступив порог спортзала, школьники начинают ощущать себя спортсменами. Чувствуют, как в воздухе витает дух соперничества и соревнования. На уроках физкультуры всегда происходило что-то интересное. И в этот день без приключений не обошлось. В Сашкином классе существовала традиция. После учительского «до свидания» мальчишки неслись на перегонки и раздевалку. Кто первый добежит, тот и победитель. Сашка соперничал с одноклассником по имени Эдик. И редко проигрывал ему. Можно с уверенностью сказать, что почти не проигрывал он никогда. Вот и сегодня все шло как обычно. Финальный Сашкин рывок застал Эдика врасплох. И Сашкина победа почти была близка, но непредвиденное обстоятельство в лице брата Вовки увело Сашкино чемпионство и с подносом. Вовка во всем брал пример со старшего брата Сашки. Мечтал быть сильным и быстрым. Вовкин класс отпустили всего на 30 секунд раньше Сашкиного. И это был шанс для младшего брата стать лидером в забеге, который он сумел воспользоваться. Сашка вырвался вперед Эдика, уже прикушал победу, но не заметил, рядом появилась пузатая мелочь. Так они называли учеников младших классов. В дверном проеме на большой скорости две спортивные звезды встретились. А что происходит, когда встречаются звезды? Правильно, взрыв. Двустворчатые двери были вставлены в стекла. Вот они-то и не выдержали атаки братьев. Раздался дребезг. Осколки вылетевшего дверного стекла разлетелись в разные стороны. Испугались все. Испугались ученики, испугались учителя физкультуры. И только разгоряченные братья были расстроены не тем, что выбито стекло, а тем, что не смогли добиться победы в этом забеге. Сейчас им было не до разбитого стекла. Если бы не авария, Вовка бы победил, съязвительно произнес Эдик. А девочки стояли в сторонке и посмеялись над Сашкой. Счет 1-1. У Сашки ничья со второклассником. Умора. Вовка молодец. Разве такое можно вытерпеть? И Сашка был зол на младшего брата. И это было не все. Родители братьев Васильковых вызвали к директору в этот же день. Папе пришлось купить большое стекло. А утром он заставил Вовку и Сашку тащить его в школу. Это было еще то испытание. Стекло было большое, тяжелое. И чтобы не порезать руки, братья надели перчатки. Вовка пыхтел, как паровоз. Из-за него пришлось часто отдыхать. Если путь в школу занимал у братьев не больше 10 минут, то стекло они несли почти 2 часа. Неприятность на этом не закончилась. После урока физкультуры учитель наказал непутевого ученика Сашу Василькова по-своему. Заставил его отжиматься от пола аж 20 раз. И это до конца учебного года. Сашка страдал, но не от обиды и усталости,
от того, что Эдик до конца учебного года стал бессменным чемпионом по забегу в раздевалку, потому что Сашка в это время отжимался в спортзале. Сашка выполнял упражнения и невольно бурчал. «Ну ничего, я вам покажу на следующий год, я докажу, что на что способен». И мечты о будущих победах притупляли душевную боль. Спасибо большое. Ну и вот о детских книжках мы сейчас и споем. Одна. Послушай. Анна Курьянова и Александр Мальцев. Нам с детства читали папа и мама про Айболита и гиппопотама, про Артемону, девчонку Мальвину, про Карабаса и Буратино. Детские книги учат читать, детские книги учат все знать. Детские книги учат не врать, детские книги учат мечтать. А чуть повзрослев, читали мы сами про приключения под парусами, романы Жюль Верна, повести Линдгрен, рассказы Марк Твена и список тот длинен. Детские книги учат читать, детские книги учат все знать, детские книги учат не врать, детские книги учат мечтать. Дети не могут без детских книжек, лучших друзей, девчонок и мальчишек. Книжки богатства, без книжек мы бедны, книги ведут нас к добру беззаветно. Детские книги учат читать, детские книги учат все знать, детские книги учат не врать, детские книги, детские книги, детские книги учат мечтать. Спасибо, это Анна Курьянова была.